И напоследок подсмотрим в закулисье флагманского проекта Белтелерадиокомпании. Команда медиахолдинга прослушала более 1000 талантов, но обнаружила задатки того самого фактора «бай» только у 160 человек. Теперь их вокал, личные драмы и харизма на суд именитых наставников. Сегодня в Минске стартовали съемки телекастинга «Фактор бай». Разве не правда, что здесь скрывается целый мир? Это все, что возьму я с собой. Звезды снова сошлись и вышли на международную орбиту. Мы будем искать «Фактор бай» не только у белорусов, но и буквально по всей планете. Участие примут таланты из 9 стран мира. Россия, Китай, Казахстан, Армения, Грузия и Азербайджан среди них. Сегодня прилетела в Минск и выхожу из аэропорта. И такое ощущение, что вот как будто бы долго просто меня не было дома. И вот вернулась. Знакомые улицы, знакомый павильон, знакомые люди, знакомая приятная атмосфера. Я безумно счастлива, что вновь такое шоу появится в Беларуси, потому что это, во-первых, это действительно уникальная возможность всем талантливым людям проявить себя и занять хорошее место и позицию на сцене, в шоу-бизнесе. Я уже знаю, что Никита Беляков просто покоряет сердца, и уже в Москве даже его знают и узнают. Концепция всегда одна. Это наличие образа, наличие интеллекта в голосе. Это умение работать с песней, работать над песней, работать со зрителями. Здесь много очень факторов. Это у нас фактор бай, вроде фактор бай один фактор. А фактор бай складывается из множества факторов. Понимаете, это и голос, и тембр, и образ. Он должен обаять зрителя, публику, судей, нас, да, обаять. От него должна идти энергия. Прослушивание будет длиться 5 дней, и ни один тембр не уйдет без оценки наставников. Состав без изменений. Ольга Бузова, Сергей Соседов, Руслан Алихно и Серега снова схлестнутся комментариями. Первый показ телекастингов на экранах ваших телевизоров 28 октября. А до этого претенденты испытают тяготы тренировочного лагеря и драму этапа «Стулья». Обладателя того самого «Фактора бай» выберем вместе. Его имя объявят 27 января, в день финала шоу.